Друзья, всем привет! Приветики! Сегодня очень необычный выпуск. Вы не поверите, но я на необитаемом острове. Мой корабль потерпел крушение. Можно сказать, он разбился. А я очень замерз и голоден. Мне нужно согреться и на чем-то приготовить пищу, так как сырую пищу есть нельзя. Можно отравиться. Мне нужно что-то придумать. О! Видимо, этот остров и не так и не обитаем. Все-таки здесь кто-то был и даже готовил еду. И приготовил вот какой правильный костер. Ребята, а вы знаете, как правильно разводить костер на природе? Ребята, чтобы добыть огонь, нужно постараться найти сухие палки. Я нашел вот такие. Нужно основательно потереть одну палку, а другую. Вот так. Процесс этот очень долгий и трудоемкий. Ну а добывая огонь, всегда помните о безопасности, чтобы случайно не спалить весь остров. А вы знаете, как обращаться с огнем? Например, у себя в квартире. Давайте договоримся. Пока я пробую добыть огонь, мы с вами вспомним эти самые правила пожарной безопасности. Огнем шутки плохи. Нельзя играть со спичками или зажигалками. Об этом, надеюсь, знают все. Но в доме есть еще немало пожароопасных вещей. Например, печки и камины. Или электрические приборы, плитки, обогреватели, утюги. Если обращаться с ними небрежно, они могут стать причиной пожара. Особенно осторожным нужно быть с бенгальскими огнями и свечками в Новый год. Огонь от них может перекинуться на то, что легко воспламеняется, на бумагу, дерево или ткань. Ну а если вдруг начался пожар, то надо сразу же что? Правильно, вызывать пожарных по телефону 01 или 112. Итак, пока вы вспоминали правила обращения с огнем, я этот самый огонь уже добыл и еду приготовил. А вы умеете добывать огонь в дикой природе? Или, может быть, вы знаете, как правильно оборудовать костер, чтобы не случился пожар? Загружайте видео о том, как вы заботитесь о природе, на сайт проекта «Поколение М». Пишется он вот так. Поколение.мтс.ру. Для участия в конкурсе «Познаем мир с фиксиками». Делай добрые дела, и, может быть, именно ты обязательно встретишься со своим любимым героем. Тыдыщ!